Азербайджанские военные достойно представляют нашу страну на учениях в Турции. Азербайджанские военнослужащие продолжают свое участие в международных зимних учениях 2019, проходящих в городе Карсе, Турецкой Республики, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Согласно сценарию учений, тактический воздушный десант, высаженный с самолетов и вертолетов, выполняет самые сложные задачи в снежных и морозных погодных условиях. Военнослужащие отдельной общевойсковой армии, выполняющие боевые стрельбы во взаимодействии с подразделениями других стран, участвующих в учениях, достойно представляют нашу страну в многонациональных зимних учениях. Мощной системе ПВО Азербайджана не страшны Су-30. Покупка Армении 12 российских истребителей Су-30СМ является лишней тратой денег. Как передает армия АС, со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции в понедельник армянский военный эксперт Ван Амбарцумян. У Азербайджана настолько мощная система ПВО, что приобретение 4 истребителей Су-30СМ считаю лишней тратой денег. Кроме того, пока они прибудут, та модификация, которую осуществила Россия, уже будет устаревшей, сказал он. Эксперт отметил, что истребители Су-30МК и Су-30МКМ, которые проданы Малайзии и Индии, имеют более высокую модификацию, чем Су-30СМ, предлагаемые Армении. По его словам, немало времени займет также подготовка летчиков, персонала технического обеспечения, тогда как у азербайджанской стороны числится 16 истребителей с белорусской модификацией, которые легки в эксплуатации. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.